Судья международного категория Михаил, как прошли в Граце соревнования? Ваше мнение? Граце... Михаил Зинович, вы тоже главный судья соревнований. В Граце прошли соревнования на высшем уровне. Я считаю, что главный судья всегда согласится с моими. Очень оригинальное проведение. Все, организация хорошая, все. Да, и боксеры показали, Нижний Новгород давно уже не показывал хороших боксеров. Здесь у вас два победителя, один финалист. Я считаю, это для ваших соревнований, для наших соревнований Приволжского федерального округа, это очень замечательно. И проведение организации президенту чемпиона мира Андрея Николаевича Гоголя, я тоже могу сказать хорошее спасибо за проведение организации, судей и всех остальных. Спасибо. Михаил Зинович, как ты думаешь? Андрей Николаевич, я с грустью расстаюсь с этим городом и надеюсь, что мы сюда вернемся в скором времени и будем наш вид спорта поддерживать именно вот здесь. В городе Родец, симпатичный, хороший город. Ты, спасибо за проведение. Вашим коллегам, помощникам, вашей команде большое спасибо. И дойдем, может, даже до Пермь. Поехал Михаил Зинатович, судья международной категории, и Михаил Колыванов, судья международной категории, город Пермь. Большое спасибо. До новых встреч.